Я знаю, что любовь всегда прекрасна, что это лучшее на свете чудо. Я верю, что найдя ее однажды, мы ни о чем другом мечтать не будем. Ты стала для меня дыханием нежным, твой образ рисовал в мечтах незримых. Я жил всегда тобой, я жил надеждой. Моя любовь к тебе неповторима. По миллиметру и незаметно любовь твоя словно волною сердце мое накрыло. И безнадежно тонет с тобой душа моя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. По миллиметру и незаметно любовь твоя словно волною сердце мое накрыло. И безнадежно тонет с тобой душа моя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Мгновение с тобой, минуты рая, касания твои ласкают душу. В минуты эти точно понимаю, что без тебя мне этот мир не нужен. По миллиметру и незаметно любовь твоя словно волною сердце мое накрыло. И безнадежно тонет с тобой душа моя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. По миллиметру и незаметно любовь твоя словно волною сердце мое накрыло. И безнадежно тонет с тобой душа моя. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Спасибо большое! Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад сегодня видеть вас всех на моем концерте. Сегодня прилетели гости из Америки, из Украины, из Азербайджана, также из России. Сегодня для меня особенный вечер. Я вам всем очень благодарен. Женщины, похлопайте нам ресничками. Для вас звучит песня «Реснички». Не стесняемся, танцуем.
Скажи, ну как же мог я вот так в тебя влюбиться? И как случилось это, что ты всегда мне снишься? Как ты одним лишь словом меня околдовала и взглядом своим нежным меня к себе прижала. Хлопаешь ресничками длинными, колючими глазками невинными, опьяняешь, мучаешь, хлопаешь ресничками. Умираю не сдержаться глазками я хочу наслаждаться. Хлопаешь ресничками длинными, колючими глазками невинными, опьяняешь, мучаешь, хлопаешь ресничками. Умираю не сдержаться, дай мне тобой наслаждаться. Веселей, веселей. Скажу тебе, что сердце мое от счастья бьется, что каждую минуту оно к любимой рвется. Скажу, что ты прекрасна, всегда неотразима, и длинными ресничками меня насквозь пронзила. Хлопаешь ресничками длинными, колючими глазками невинными, опьяняешь, мучаешь, хлопаешь ресничками. Умираю не сдержаться глазками я хочу наслаждаться. Хлопаешь ресничками длинными, колючими глазками невинными, опьяняешь, мучаешь, хлопаешь ресничками. Умираю не сдержаться, дай мне тобой наслаждаться. Веселее! Длинными, колючими глазками невинными, опьяняешь, мучаешь, хлопаешь ресничками. Умираю не сдержаться глазками я хочу наслаждаться. Хлопаешь ресничками длинными, колючими глазками невинными, опьяняешь, мучаешь, хлопаешь ресничками. Умираю не сдержаться, дай мне тобой наслаждаться. Самый любимый момент в этой песне. Давайте все встанем и потанцуем веселей! Браво, наши музыканты! Веселей, веселей, веселей! Ай, молодцы, какие вы все умницы! Веселей! Спасибо! Спасибо большое. Дорогие друзья, следующая песня символизирует регион, в котором я живу, жанр, в котором я пою, и дала собственное название моему первому сольному альбому. Ну что ж, Восток, потанцуем? Танцуй, Восток! Поехали! Thank you.
любовь светит сегодня до зари. Мы словно в сказке этой, с тобою я и ты. Бриллиантовые звезды нам дарят небеса. Восточная принцесса поет моя душа. Балует тобою, радует, любовью зажигаются огни. Это ночь большой любви. Балует тобою, радует, любовью загорается восток. Веселись, танцуй, народ. Коралловые губки и миндалем глаза согреет мое сердце, свела меня с ума. Луны прикосновения раскроют красоту, и словно на востоке мы в сказочном раю. Балует тобою, радует, любовью зажигаются огни. Это ночь большой любви. Балует тобою, радует, любовью загорается восток. Веселись, танцуй, народ. Вай, 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 вай! Веселей, веселей, веселей! Спасибо. Какие вы молодцы. Чувствуется цвет настроения восточный. Я вас не слышу. Можно еще аплодисменты, друзья? Дорогие мои, а теперь я хочу с гордостью и огромной радостью, чтобы мы все поприветствовали нашего очень дорогого и важного в моей музыкальной жизни человека, который написал слова и музыку на много моих хиты, которые владеют уже по всему миру и живут в наших сердцах. Меня приехал поддержать мега талантливый человек, автор, композитор Арсен Касиев. Маэстро, мы вас ждем. Здравствуйте. Маэстро, при всех я хочу поблагодарить вас за ваше искусство, за ваш вклад в нашу музыку, в нашу кавказскую музыку. За последние 10 лет вы сделали революцию и пополнили репертуар многих знаменитых артистов. Аплодисменты, друзья. Арсен Касиев. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие израильтяне. Здравствуй, Ариэль. Здравствуйте, дорогие музыканты. Всех приветствую.
Не знаю, обычно, наверное, готовятся к таким... Я знал, что мне дадут слово, но я никогда не готовлюсь, когда что-то мне нужно сказать, выступить. Меня за это иногда критикуют. Но мне хочется говорить отсюда, не подготовленно, поэтому буду говорить от сердца. Мне очень приятно быть на концерте Ариэльчика. Я очень люблю этого парня за его стремление к высоте, за его работоспособность, за его энергетику, за его желание добиться лучше того, что он может сегодня. Мы все должны учиться всегда. И если где-то что-то не получается, многие очень талантливые исполнители, которые, может быть, родились гениями вокала, не доходят ни до чего, потому что ленятся, потому что не стремятся, потому что не идут куда-то. Вот Ариэль — это совсем другое. Ариэль — это тот, который работает, идет, стремится. И я уверен, что ты добьешься огромных высот. И дорогие израильтяне, мои люди, я очень люблю вашу страну. Вы одни из первых, которые приняли мои работы. И протяжении уже, наверное, 10 лет поддерживаете, потому что без подпитки, без вашей энергии ни исполнитель, ни музыканты, ни авторы, в данном случае в моем лице, не смогли бы ничего никогда сотворить достойное, это уже по критике, как бы, или недостойно, но что-то сотворить. То есть все вместе с вами. Спасибо огромное, что вы пришли, что поддержали. Огромное спасибо. Это аплодисменты вам. И огромное спасибо, я уже заранее как бы хотел бы, потому что это коллеги мои все, за всех ребят, потому что работать вживую сегодня не осмелится, наверное, 80% артистов. Вот то, что сейчас они здесь и делают, это очень сложное. Это огромный, трудный работа, емкий процесс. Давидик, во главе Давида Давыдова и всех ребят, которые присутствуют здесь на сцене, я хочу поблагодарить вас. Я думаю, что мы уже начали очень красиво и очень ярко. И весь концерт пройдет тоже так же. Поздравляю тебя. А тебе, конечно, огромных высот. И мы будем слушать и наслаждаться. Спасибо. Аплодисменты, дорогие друзья. Арсен Касиев. Вечер багровый, город закутан, звезды сияют для нас. Капли фонтана тихо мерцают, я не свожу с тебя глаз. Сладким дурманом я опьяненный, ладони сжимаю твои. И в этом мире сильней нет желания, только в объятия твои. Луналикая моя, только ты лишь для меня, только ты мой лучик счастья, в целом мире ты одна. Луналикая моя, лишь тебя желаю я, и в любви границ не знаю, сердце бьется для тебя. Любви, мы с тобой окунулись, пусть вечно же длится она. Мелодию счастья, прижавшись, танцуем, по жизни ты муза моя. Лунный твой облик всегда пусть сияет, о Боже, тебя я люблю. И никому, никому не отдам луналикую перь мою. Луналикая моя, только ты лишь для меня, только ты мой лучик счастья, в целом мире ты одна. Луналикая моя, лишь тебя желаю я,
и в любви границ не знаю. Сердце бьется для тебя. Только ты лишь для меня, только ты мой лучик счастья. В целом мире ты одна, луна ликая моя. Лишь тебя желаю я, и в любви границ не знаю. Сердце бьется для тебя. Сердце бьется лишь для вас, друзья. Спасибо! Как я вам и говорил, дорогие друзья, сегодня много сюрпризов. Я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену очень талантливую и знаменитую певицу нашего жанра, которую написал нам Арсен Косеев. Прекрасный дуэт. Кстати, дорогие друзья, как вы думаете, она прилетела рейсом Москва-Тель-Авив. Ангелина Каплан! Внимание! Объявляется посадка на рейс Москва-Тель-Авив. Прошло, снова дожди, хочется праздника вновь. Ты где-то там, так далеко, кто же придумал любовь? Я прилечу, только скажи, что ты меня очень ждешь. Аэропорт, брось на билет, я знаю, ты можешь все. Без тебя нет меня, без любви нет огня. Пусть летит этот мотив рейсом Москва-Тель-Авив. Без тебя нет меня, без любви нет огня. Пусть летит этот мотив рейсом Москва-Тель-Авив. Счастье свое каждый найдет, весь этот мир для двоих. Не разделить север и юг, если сердца влюблены. Лунную ночь, нежный рассвет, каждый наш миг я храню. Без любви нет огня. Пусть летит этот мотив рейсом Москва-Тель-Авив. Без тебя нет меня, без любви нет огня. Пусть летит этот мотив рейсом Москва.
огня. Пусть летит этот мотив рейсом Москва-Тель-Авив. Без тебя нет меня, без любви нет огня. Пусть летит этот мотив рейсом Москва-Тель-Авив. Пусть летит этот мотив рейсом Москва-Тель-Авив. Спасибо большое! Ангелина Каплан. Ариэль Абрамов, спасибо огромное. Пару слов хочу сказать с вашего разрешения. Очень приятно находиться здесь сегодня, в своем любимом и родном Израиле. Ариэль, дорогой, я хочу поздравить тебя с презентацией твоего альбома. Я хочу сказать, что это достойное начало. Вот отсюда начинается начало, с такого показательного концерта. Полный зал людей, гости за границей. И это большое счастье, когда молодой артист, поверьте, это очень тяжело, но он это делает, делает это благодаря себе, своему таланту, профессионалам, которые рядом с ним, замечательного продюсера Борис Бадалов. Борика, твоя заслуга тоже большая. Благодаря авторам, которые пишут замечательные песни. И, кстати, я хочу сказать, что в зале присутствуют сегодня тоже. Мне, для меня всегда это трогательно. Я извиняюсь, что забираю ваше время. Можно я 2 минуты поговорю? Я всего пару песен пою, поэтому... Что вы говорите? Давид Давыдов. Можно тоже поаплодировать. Тоже в свое время меня, молодую певицу, поддержал. Чисто по-дружески. Спасибо, Давид. Благодаря тебе, можно сказать, тоже началась моя творческая карьера. Дорогие мои, очень редко, крайне редко, и очень жаль, что приходится в Израиле давать концерты. Поэтому это большая заслуга организаторов, которые организовывают для нас такие теплые встречи. Я считаю, что наши звезды должны сиять вначале здесь, а потом там. У меня получилось наоборот. Но я счастлива этому, потому что меня поддержала Москва, а перед Москвой мой творческий путь, очень тяжелый и очень долгий, выстраивал человек, который здесь сидит. Я очень волнуюсь. Дорогой мне человек Арсен Касиев. Спасибо большое за все. Ну, мы продолжаем и веселимся, правда, сегодня? Спасибо огромное. Очень приятно, что моя мамочка сегодня присутствует здесь. Спасибо большое, что пришла. А следующий музыкальный подарок. Песня, которая была записана в дуэте с Тимуром Темировым. Он не смог приехать сегодня на концерт, но он уже по дороге к нам, я так надеюсь. Песня называется «Огонек». Приготовились? Там живет любимая, ждет любви твоей. Я зажгу любовь свою, в небо отпускаю. Пусть летает огоньком, путь покажет ей. Я зажгу любовь свою, в небо отпускаю. Пусть летает огоньком, путь покажет ей. Сверкает в небе огонек, знак любви моей. Тому, кто верит и кто ждет, светит он сильней, сверкает в небе огонек, звездочкой к мечте. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Какой активный третий ряд! Пройдет с рассветом ночь, светлый день настанет. Солнце скроет за собой томный свет луны. Но влюбленные сердца ждать не перестанут.
не погаснет никогда огонек любви. Нам влюбленные сердца ждать не перестанут, не погаснет никогда огонек любви. Сверкает в небе огонек, знак любви моей, тому, кто верит и кто ждет. Светит он сильней, сверкает в небе огонек, звездочкой к мечте. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Веселей, веселей! Чтобы на всю жизнь светили огоньки любви. Любите и будьте любимыми. Сверкает в небе огонек, знак любви моей, тому, кто верит и кто ждет. Светит он сильней, сверкает в небе огонек, звездочкой к мечте. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Сверкает в небе огонек, знак любви моей, тому, кто верит и кто ждет. Светит он сильней, сверкает в небе огонек, звездочкой к мечте. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Если веришь ты и ждешь, значит он горит тебе. Эй! Спасибо огромное! Дамы и господа, встречайте! Ведущий программы «Музыкальная чайхана» на Первом радио Эммануэль Сулейманов. Добрый вечер, о лучезарные алмазы моего сердца! Эти аплодисменты не мне, это аплодисменты Ариэлю Абрамову, который сейчас выйдет на эту сцену. Спасибо, Эммануэль, спасибо. Еще раз всем привет, друзья. Ариэль, ты просто не представляешь, как меня переполняют эмоции. Я так горжусь тобой. Я так горжусь тобой. У меня просто нет слов. Спасибо тебе большое за такой прекрасный вечер, который еще, я надеюсь, будет продолжаться. И я также хочу пригласить сюда Бориса Бадалова, как я его называю, ББ. Аплодисменты! Ну, а сейчас я попрошу тишины в зале. Давайте представим, что мы находимся с вами в синагоге. Нет, нет, в музыкальной синагоге. Но для этого нам надо немножко переукраситься. Минуточку. Правильно мыслишь, молодец. Вот так. Так будет лучше. О, красавцы! Ну что ж, я... Вот Арсен Касиев... Здравствуйте, Арсен. Сказал, что он как бы готовится, вот не хочет, он так выходит и сразу говорит: а я вот... Я не Моше Рабейну, но сначала я тебе подарю вот этот слиток золотой. Я не буду говорить, сколько он грамм. Здесь им выбит Моше Рабейну и 10 заповедей. Это спасибо тебе, дорогой. Спасибо, дорогой Эммануэль, спасибо. Ну а теперь твоя любовь к зрителю — это твои песни. А любовь зрителя к тебе — это аплодисменты. Спасибо вам, что вы есть, что вы поддерживаете. Наконец-то у нас в Израиле появился настоящий, настоящая звезда — Ариэль Абрамов! Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Спасибо, Эммануэль. Я очень-очень рад сегодня видеть тебя на моем концерте. Это для меня большая честь. Дорогие друзья, один Эммануэль Сулейманов и непревзойденный представитель первого радио в Израиле, музыкальной чайханы, Эммануэль Сулейманов. Еще раз спасибо, Эммануэль. Спасибо, Боря. Спасибо всем. Дорогие друзья, следующая песня
для меня имеет особое значение, так как это моя первая авторская песня, специально написана для меня. Я хочу поблагодарить Семена Гаврилова, который находится сегодня в зале, за прекрасный текст. Аплодисменты Семену. Спасибо. Композитору Эммануэлю Биньягуеву. Я извиняюсь. И, конечно же, спасибо за то, что Давид первый звонок сделал мне и сказал: «Ариэль, у меня есть для тебя хорошая песня, хорошее начало». За аранжировку спасибо тебе, Давид, и за поддержку. Дорогие друзья, песня называется «Девочка моя». За тобой пойду на край земли, я за горизонт и даже дальше, и цветам, и звездам расскажу, и листве я расскажу опавшей. Расскажу, что встретились весной, и улыбкой мир мой осветила. И тогда я потерял покой, ты меня любовью одарила. Девочка моя любимая, для тебя пою я эту песню. Девочка моя красивая, нет тебя прекраснее на свете. Для тебя сегодня я пою о любви, о нежности и ласке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Все правильно, веселей, танцуем все, не стесняемся, друзья. Таш, таш, таш. Расскажу рассветом и дождям, рождена ты для любви и счастья. Ты со мной и для тебя живу, не страшны мне грозы и ненастья. Мы пойдем стучать с тобой зарю, поднимем нас звезды под небеса. Я тебе на радость соберу в ожерелье яркие созвездия. Девочка моя любимая, для тебя пою я эту песню. Девочка моя красивая, нет тебя прекраснее на свете. Для тебя сегодня я пою о любви, о нежности и ласке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб вы были счастливы, словно в сказке. Аплодисменты нашей дорогой Шеме Бататовой. Веселей, веселей, таш, 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 таш. Подарю тебе мою весну, мое сердце и любовь и нежность. Подарю тебе я тишину, чтобы счастье стало бесконечным. Соло, веселей, веселей, таш, 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 таш. Девочка моя любимая, для тебя пою я эту песню. Девочка моя красивая, нет тебя прекраснее на свете. Для тебя сегодня я пою о любви, о нежности и ласке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Для тебя я буду петь всегда, чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Для тебя я буду петь всегда,
Чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Чтоб ты была счастливой, словно в сказке. Спасибо большое. Спасибо. Мы с тобою повстречались в юном детстве, помню я. Времена так быстро мчались, снова нас свела судьба. Взглядом ты меня пронзила, сердце в плен ты забрала. Ты навек теперь моя, без тебя я никуда, только ты любовь моя. Ты поверь, что в сердце места нету, жизнь моя охвачена тобой. Я пойду с тобой по белу свету, Джана, с тобой одно. Лепестками роз осыплю тень твою я на земле. Мне даровано судьбой, ты по жизни ангел мой. Быть хочу с тобой одной. Ты поверь, что в сердце места нету, жизнь моя охвачена. Я пойду с тобой по белу свету, Джана, с тобой одной. Спасибо! Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Аплодисменты. А сейчас, дорогие друзья, пришло самое время. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, друзья мои. Мне правда очень-очень приятно. Спасибо большое. Итак,
пришло самое время пригласить на эту сцену особенного для меня человека, без которого я бы не справился и не достиг того, о чем мечтал долгие годы. Мой любимый и дорогой продюсер, автор и композитор моих и уже ваших любимых песен. Мой музыкальный наставник. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Борис Бадалов! Еще, еще, громче, громче, громче! Добрый вечер! Добрый вечер, Боря. Как дела? Отлично. Лучше всех. Ты волнуешься? Да, честно говоря, конечно, буду волноваться. Сегодня можно. Сегодня можно. Добрый вечер, дорогие друзья! Я хочу услышать ваши бурные-бурные аплодисменты. Вау, сколько вас много! Во-первых, я хочу вас всех поблагодарить от всей души. Спасибо, что вы пришли поддержать Ариэльчика сегодня в его... Ну, мне кажется, сегодня есть его такой звездный час, нет? Презентация первого альбома. 4 года. Кропотливой работы. Я думаю, что ты шагаешь правильно, в правильном темпе и направлении. Я уверен, что за тобой большое музыкальное будущее. Я хочу тебе сказать спасибо при всех здесь за то, что ты выбрал, чтобы мы шагали вместе. И за это время мы прошли с тобой, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Я хочу пожелать... Ты меня извини, просто очень жарко здесь будет. Я знаю, все нормально. Он волнуется, ребята, волнуется. Поддержите его еще раз, можно услышать? Я горжусь тем, что сегодня ты стоишь здесь с таким прекрасным коллективом, что столько гостей приехало от тебя поддержать из-за границы. Твой любимый автор-композитор Арсен. Здесь сидят очень почетные гости. Ангелина с нами. Еще там сюрпризы есть, ты потом явишь. Эммануэль Сулейманов, где он? Поднимите его. А, вот он, да. Он руку поднимет, не увидит, надо его поднимать. Спасибо тебе большое, дорогой, за всю твою информационную поддержку, Первое радио. Без тебя не было бы так легко. Ребят, я не буду всех перечислять поименно. Вот, я единственное, что еще обязательно скажу, здесь находится человек, который на самом деле очень-очень сыграл большую роль. Давид, иди сюда. Друзья, это музыкальный гений, который... сделал всю музыкальную концертную программу, которую ведет, к которому я прихожу, когда у меня что-то рождается, и мы с ним вместе как-то это делаем. Давид, большое тебе спасибо. Продолжай нас дальше радовать этим творчеством. Окей? Шевочка моя дорогая, зажигалка наша. Спасибо. Я приду на ваше 120-летие и подарю вам очень большой букет. Друзья, Ариэль, тут мне попросили передать. Вы не думайте, это не алкоголь. Я вам сейчас покажу. Ты если микрофон подержишь, то я открою. Да, вот так. Ага, спасибо. Значит, администратор музыкальной группы «Музыка мира» Михаил Никталов из Тбилиси тебе сейчас передает большой привет и попросил передать тебе вот такую штуку в 3D Ариэль Абрамов из чистого хрусталя. Это тебе подарок. Администратор музыкальной группы, у которого 250 тысяч подписчиков. Восхищается тобой, любит тебя и уважает. Вот это тебе от него подарок. Спасибо. Спасибо Михаилу Никталову. Ты как Муслим Магомаев здесь. Так, это первый подарок. Ну, естественно, мы здесь собрались сегодня на презентации твоего альбома первого сольного, правильно? Вот, под предводительством есть такая штука, называется Биби. Ты знаешь? Золотой сертификат авторского альбома выдан Ариэлю Абрамову Владимировичу. Название альбома «Танцуй Восток».
Год выпуска 2019. Компания BB Production, генеральный продюсер Борис Бадавов. Спасибо. Да. Прошу. Чтобы у тебя было много-много таких на твоей стене. От всей души. Спасибо. Спасибо. Друзья, продолжаем. Боря, у нас недавно с тобой родилась хорошая песня. Я знаю, что тебе она очень нравится. И понравилась многим слушателям нашего творчества. Знаешь что? Шаббат шалом. Догадываюсь. Поехали. Только танцуем все, друзья, не стесняемся. Музыканты. Алмазными небо все горит. Вся семья еврейская за трапезой сидит. Настроение радости за праздничным столом. Пожелаем мы друг другу, пожелаем мы друг другу все шаббат шалом. Шаббат шалом. Друзья, желаю радости, здоровья и добра. Пусть будет счастлива еврейская семья, в домах царит любовь и мир. Шаббат шалом, друзья, поднимем тост за ближнего любя и за тот город, что всегда неотразим, за наш святой Иерусалим. Это я в бокал свой наливаю красное вино. То за всех вас поднимаю, за семейное тепло. Пусть свет счастья озаряет ваш еврейский дом. Пожелаем мы друг другу, пожелаем мы друг другу все шаббат шалом. Шаббат шалом, друзья. Желаю радости, здоровья и добра. Пусть будет счастлива еврейская семья, в домах царит любовь и мир. Шаббат шалом, друзья, поднимем тост за ближнего любя и за тот город, что всегда неотразим, за наш святой Иерусалим. Родных уважайте, лелейте, теплом своих рук вы друг друга согрейте. Любите семью, уважайте ваш дом. Хранит вас Господь во всем. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Друзья, желаю радости, здоровья и добра. Пусть будет счастлива еврейская семья, в домах царит любовь и мир. Шаббат шалом, друзья, поднимем тост за ближнего любя и за тот город, что всегда неотразим, за наш святой Иерусалим. Шаббат шалом, друзья, желаю радости, здоровья и добра. Пусть будет счастлива еврейская семья, в домах царит любовь и мир. Шаббат шалом, друзья, поднимем тост за ближнего любя и за тот город, что
всегда неотразим за наш святой Иерусалим. За наш святой Иерусалим. Спасибо. Спасибо. Столько цветов. Где положить это дома, я не знаю. Спасибо, Давид. Дорогие друзья, следующая гостья нашего концерта, моя коллега и любимица, не только моя, но и ваша, уже популярная, молодая певица. Встречайте, под ваши бурные аплодисменты, Заава Коэн! באמת, המון המון מזל טוב. אני כל כך שמחה שהגשמת את הרגע הזה ושכולנו פה איתך ביחד בשביל לעזור לך ולתמוך בך, ואני מקווה שזה ימשיך להיות ככה ושתמשיך לצמוח ולפרוח ושתמיד נראה את זה. תודה, חיים. אמן, עד 120. שיהיה לכולנו בהצלחה. אמן. זהבה כהן. תודה. תודה. Хочу с тобой быть вновь и вновь под этим небом. Какое чудо, с тобой во мне проснулась эта страсть. Хочу тебя ласкать и целовать, я знаю это.
סיבה, תודה רבה. תמשיכו ליהנות מהערב הזה, הוא כולו שלכם. Браво, дорогие друзья, еще раз аплодисменты за Ава Коэн. Вы знаете, на сегодняшний вечер у нас есть премьера. У нас это у меня и у одной очень милой, талантливой артистки, восточной звезды, с которой уже несколько лет мы сотрудничаем под руководством нашего продюсера Бориса Бадалова. Я хочу пригласить на эту сцену несравненную своим шармом и голосом очаровательная Михаль Дверь. Для вас звучит, дорогие друзья, впервые сегодня премьера «Только ты». Каждый раз стану я в твоих глазках. О таком, как ты всю жизнь мечтала. Твоя сердце лишь тебя искала. Подари мне море свои ласки. Разожги огонь ты в моих глазках. Только-только ты. Ты предел моей мечты. Мы с тобой построим мосты. Будем вместе я и ты. Я буду только-только твоя. Мне голову дурманит, строгий взгляд ближе меня тянет. Я с тобой становлюсь кокеткой, называй меня своей конфеткой. Я тону в твоем манящем взгляде, растворяюсь словно в шоколаде. Горячим поцелуем обожги, любовью жгучей ты ко мне приди. Только-только ты, ты предел моей мечты. Мы с тобой построим мосты, будем вместе я и ты. Предел моей мечты. Мы с тобой построим мосты. Будем вместе я и ты. Спасибо. Михаль Дверь. Спасибо всем. Добрый вечер, мои дорогие. Добрый вечер, Ариэль. Хочу тебя поздравить с презентацией твоего нового альбома. Я знаю, как ты об этом мечтал, сколько труда ты прошел для этого. Желаю тебе творческих успехов. И следующую песню я хочу подарить всем героям и тебе, Ариэль. Спасибо. Михаль Дверь, друзья. Thank you.
волшебными глазами проник ты в мое сердце, а сладкими губами зажег любовь мою. Как долго я мечтала, и даже в юном детстве, как день дорогие друзья, Михаил Двир. Спасибо, спасибо, моя дорогая. Вы знаете, я тут за кулисами глянул в телефон, и кто-то из зала меня спрашивает: а что, Лана Пи петь не будет сегодня? Так вот, ответ, дорогие друзья. Сегодня 30 июня, у нашей Ланочки особый день. Она сейчас отдыхает на Черном море, в городе Одесса. У нее сегодня день рождения. Если можно, я попрошу минуточку внимания. Мы сейчас попробуем выйти с ней на прямой эфир, на связь. Привет, Ариэль,
привет всем присутствующим в этом зале. Привет, Лана, привет, дорогая. И сразу хочу поздравить тебя с твоим днем рождения, пожелать здоровья, любви, счастья. Дорогие друзья, аплодисменты Лана Би! Спасибо, спасибо большое за ваши аплодисменты, за ваши поздравления. Я и тебя, Ариэль, поздравляю с твоим новым альбомом и желаю тебе удачи. Спасибо, спасибо, дорогая Бэя. Ну что, споем? С удовольствием. А что будем петь? Давай споем нашу с тобой песню, эмблему. Давай, дорогая. Значит, эмблема. Веселей, веселей! К твоим плечам ладонью нежно пробегу, любовь свою я передам, касанием ласковым пройду. Ты обернешься в один миг, бросая взглядом на повал. Всю жизнь тебя искал я, и о тебе мечтал я, любимая, тебя я ждал. Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Эмблема влюбленных, белая роза, любовь нас с тобою свела. Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Эмблема влюбленных, белая роза, любовь нас с тобою свела. Сладкий сон, как лето нежный ветерок. Моя любовь весны цветок, и в сердце расцветает он. И пусть сверкают огоньки от звезд бриллиантовых в ночи. Ты подарил мне сказку, и это так прекрасно, что мы с тобой, я и ты. Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Эмблема влюбленных, белая роза, любовь нас с тобою свела. Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Эмблема влюбленных, белая роза, любовь нас с тобою свела. Влюбленных, белая роза, любовь нас с тобою свела. Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Эмблема влюбленных, белая роза, любовь нас с тобою свела. Я выбираю тебя, ты выбираешь меня. Эмблема влюбленных, любовь нас с тобою свела. Спасибо, спасибо, Наночка. Спасибо. Дорогие друзья, а теперь я хочу представить музыкального руководителя моего сольного альбома этого вечера, который
отвечает за всю музыку. Наш дорогой Давид Давидов. Друзья, как ваше настроение? Ну как, Давид? Отлично. Дорогие друзья, можно аплодисменты нашим музыкантам? Молодцы! Давид Давидов. Ну а теперь пришел самый любимый мой момент. Дорогие друзья, я хочу представить вам нашего дорогого мастера, number one of Israel, любимчик мой, барабаны Шими Гавриэлов. Аплодисменты, друзья, еще, еще, еще! Дорогие друзья, бас-гитара, наш любимый Гайдан! Аплодисменты! Рядом со мной наш дорогой Нир Яцкин, пианино.
клавишные инструменты наш дорогой мастер Марк Исаков. Саумарик, молодец. Секция Браз, Шайдаган, Гильмейр и Ниссан Альбар. Ваши аплодисменты. Бузуги и баглама, и гитара. Наш любимый, наш дорогой, всем известный Эрик Коэн. Браво! Бэк-вокал! Замечательная! Ольга Кирсанова! Аплодисменты! Браво! Ну а теперь наш дорогой, всем и любимый, Дол на гора, Михаил Ситкилов! Саксофон и музыкальный руководитель нашего ансамбля Давид Давыдов. We'll be right back.
Браво, ваши аплодисменты! И также хочу поблагодарить нашего Роберта Якубова за баланс, за прекрасную Теуру. Спасибо большое, дорогой. Спасибо тебе. Ну вот, и настал тот момент, когда я хочу обратиться к каждому из вас. Только пообещайте выполнить мою просьбу. В зале есть влюбленные? Есть? Значит так. Цените вы любовь, когда она жива. Сирень цветет в сердцах, когда любовь жива. Я повторяю вновь и вновь волшебные слова. Всем вам цените вы любовь, когда она жива. Сирень в садах цвела, когда увидел я тебя, пронзив меня насквозь, твой взгляд лишил покоя дня. Слова сорвались с губ, и мысли мои вслух, хотел тебя своей уже назвать, и две судьбы в одну любовью обвенчать. Слова сорвались с губ, и мысли мои вслух, хотел тебя своей уже назвать, и две судьбы в одну любовью обвенчать. Цените вы любовь, когда она жива. Сирень цветет в сердцах, когда любовь жива. Я повторяю вновь и вновь волшебные слова. Всем вам цените вы любовь, когда она жива. Цените вы любовь, когда она жива. Сирень цветет в сердцах, когда любовь жива. Я повторяю вновь и вновь волшебные слова. Всем вам цените вы любовь, когда она жива. Пришла зима, пора сирень закутали снега. Тебя мне не найти, ушла к другому навсегда. Ошибок не вернуть, ты боль моя и груз. Во всем лишь только я сам виноват. Теперь я лишь во сне могу тебя обнять. Цените вы любовь, когда она жива. Сирень цветет в сердцах, когда любовь жива. И я повторяю вновь и вновь волшебные слова. Всем вам цените вы любовь, когда она жива. Давайте споем все вместе. Цените вы любовь, когда она жива. Сирень цветет в сердцах, когда любовь жива.
слова. Всем вам цените вы любовь, когда она жива. Я повторяю вновь и вновь волшебные слова. Всем вам цените вы любовь, когда она жива. Цените вы любовь, когда она жива. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что пришли на мой концерт. Спасибо, моя дорогая Муля. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья мои, и также я хочу на эту сцену пригласить дорогих моих друзей. Ангелина Каплан, Михаил Дверь, Саба Коин, моего дорогого помощника за кулисами, Валерий Давидов. Валера, идем к нам. Друзья, можно аплодисменты этим прекрасным людям? Дорогие мои, спасибо, что вы у меня есть рядом со мной. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья мои, за то, что пришли, поддержали меня, нас все, мой прекрасный день. Спасибо Всевышнему, что дает мне силу продвигаться. Спасибо дорогому моему продюсеру Борису Бадалову за то, что верит в меня и поддерживает меня в любой момент. Спасибо моим друзьям, спасибо моим родителям. Спасибо вам, мои дорогие музыканты, за то, что без вас такой концерт у меня не получился бы. Спасибо, Давид, лично тебе за то, что помог с таким прекрасным составом. Спасибо, друзья мои! И также наши танцовщицы Show Revolution. One.